Праздник «Широкая масленица» в пойме реки Царицы прошел под присмотром квалифицированных врачей. На площадке Музея «Россия. Моя история» расположился передвижной центр сети многопрофильных клиник «Диалайн». Компетентные педиатры бесплатно вели прием маленьких пациентов, гостей праздника. Специалисты осматривали ребят, а также давали необходимые назначения и отвечали на вопросы их родителей о здоровье. Волгоградцы совместили приятное с полезным, повеселились на праздники и прошли общее медицинское обследование. Мы пришли на праздник и была приятно удивлена, что стоит передвижной комплекс «Диалайн», куда можно привести ребенка, обратиться к врачу-педиатру и получить очень хорошие рекомендации. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Как оказалось, получить консультацию детского врача и пройти обследование на празднике желающих было много. К сожалению, довольно часто родители малышей сталкиваются с тем, что не могут найти компетентного врача-педиатра и не знают обо всех необходимых регулярных обследованиях растущего организма. В сети многопрофильных клиник «Диалайн» существует целый проект, направленный на заботу о здоровье малышей. Одной из корпоративных ценностей компании «Диалайн» является здоровое будущее. Мы заботимся о здоровье наших мальчишек и девчонок. Далеко не все родители знают, что есть определенные исследования, посетить необходимо там специалистов, пройти исследования в определенные сроки, чтобы ваши малыши выросли здоровыми. В связи с этим в наших клиниках запущен проект «Педиатрия». Смысл его заключается в том, что наши врачи информируют мамочек и папочек, записавшихся на этот проект, совершенно бесплатно о тех исследованиях, которые нужно пройти их детишкам в определенные сроки. На протяжении всего праздника детские врачи-педиатры принимали юных пациентов в передвижном центре. Десятки мальчишек и девчонок смогли пройти медицинское обследование и убедиться в том, что посетить врача – это совсем не страшно, а иногда даже радостно и весело. Проверил здоровье – можно и блинами полакомиться. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».